На радио «Комсомольская правда» 22 марта опубликована статья «Хотите видео нашей разборки?» Бузова отчитала Киркорова после ухода из маски. Телеведущая обиделась, что поп-король не узнал ее. Накануне вышла в эфир очередная серия «Маска». На этот раз рассекретить свою личность и покинуть проект пришлось Ольге Бузовой, скрывающейся под костюмом розовой пантеры. Больше всего увидеть поющую телеведущую не ожидал Филипп Киркоров. Поп-король не сомневался, что девушка еще долго будет отходить от разрыва с Давидом Манукяном и отказываться от участия в шоу. Что касается самой Ольги, ее слегка задело, что коллега и друг не понял намеков, которые она подавала ему со сцены. «Филипп, как ты мог меня, свою музу, свою девочку не узнал?» Укорила Киркорова она. После эфира теледива поделилась с поклонниками эмоциями. Она призналась, что давно мечтала рассказать о своем участии в шоу, не сумела сдержать язык за зубами. Бузова осталась довольна тем, что смогла скрыть свою личность так хорошо, что ее не рассекретили ни родители, ни члены жюри. Претензии звезда предъявила лишь Киркорову. «Хотите видео с нашей домашней разборки с Филиппом?» «Я, как и обещала, поговорила с ним дома», — заверила Ольга. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и я буду освещать интересные события, которые происходят в нашей стране и за рубежом. Ну, а на этом все.